А вот велосипедисты чуваши привезли из Ижевска целую коллекцию наград. На чемпионате и первенстве России по велокроссу в разных возрастных категориях у наших спортсменов 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Картины, на которых даже краски еще не высохли, в Чебоксарах открылась всероссийская выставка «Чеченские сезоны 2017». Пейзажи и натюрморты – итог всероссийских академических пленэров. Последний прошел в начале осени. В течение 2 недель художники со всех уголков России путешествовали по самым живописным местам Чечни. Познакомиться с работами мастеров кисти отправилась наша съемочная группа. Величественные горы, холмистые равнины, лазурные озера, этюды в исполнении именитых художников России и Чувашии передают бескрайнюю красоту природы Чеченской Республики. У каждой картины свой характер и настроение. По словам художников, пленэр для них как глоток свежего воздуха, возможность отдохнуть от больших городов и без суеты окунуться в истинное творчество. Были великолепные художники из многих регионов нашей страны, с Республики Крым, с Читы, Севастополя, с Москвы, Санкт-Петербурга, из Чебоксар. Вот, работали очень дружно и сплоченной такой единой командой. Впечатления, конечно, очень наполняют нашу душу. Мы как бы очень с трудом даже уезжали, потому что гостеприимство и теплота вот сквозило от каждого человека, от каждого чеченского вот, жителя. Очарование чеченской природы, особенности жизни в этой республике каждый показал по-своему, но все полотна объединяет общий дух. По словам организаторов, подобные выставки сближают народы, стимулируют художников на новые идеи и приобщают к искусству подрастающее поколение. Идея возникла в прошлом году и, в общем-то, после знакомства с вашими прекрасными живописцами. Нас посетила мысль объединить 2 республики, познакомить людей с культурными традициями, с народом и в целом провести всероссийский пленэр «Чеченские сезоны 2017». Самая многочисленная делегация была из Чувашской республики. Те, кому не довелось побывать в Чеченской республике, увлеченно разглядывают полотна. На них открывается непривычный для нашего глаза вид. То зеленые склоны, то блики закатного солнца на царственных хребтах. Рифат Фаткуллин, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика.